Доброе утро! Мы сейчас идем на фестиваль латышской культуры. Ну, он по-другому называется. Ну да, но по сути это вот такой. Сейчас я скажу, может это знает. Он называется Spring Equinox Event. То есть какой-то весенний экинок. Мероприятие, да. Вот, но там в описании этого, не знаю, фестиваля или как это назвать, написано, что должны быть люди в национальных костюмах Латвии, вот, петь какие-то народные песни и вообще, что такое национальное должно быть. Вот. И мы, естественно, с удовольствием идем туда посмотреть. Да. Здесь перевязывают яйца нитками, чтобы потом положить их вариться в шелухе с лука, вот, и они покрасятся, и тогда получается красивый узор. Все, мы посмотрели. В общем-то, интересно, жалко, мы не можем потанцевать. Да, потому что мы не знаем. Там, оказывается, ну, какие-то танцы свои, а мы немного не шарим. И там под какой-то определенный припев, другой танец, под там другую музыку, другой танец, в общем, поэтому просто стояли, снимали и хлопали. Ну, прикольно, знаете, атмосфера такая милая, все танцуют. Да, и у них национальный костюм для женщин. Немного, что-то есть такого вот в украинском у нас тоже костюме, да? Что-то такое есть. Не, ну, конечно, не похоже. Ну, на самом деле, все этнические европейские костюмы, нет, они похожи между вот, собой. Вот у мужчин, у них вообще, ну, у нас таких костюмов нет. Ну да, мужские костюмы у меня больше на скандинавские какие-то похожи. На самом деле, вот мужские похожи... Нет, вообще все костюмы, на самом деле, латышские похожи на скандинавские. Поэтому у них культура вообще похожа. Я не знаю, я не видел скандинавские костюмы. Пока я что. Я видела. Да, в следующей неделе. Они вот такие можем... же, похожие очень. Дима убежал от меня к своему футболу. В общем... Эти футболы, я хожу, сама гуляю, вот, ну куда же я могу пойти одна, потому что в центре я уже все посмотрела с Димой, вот, а в магазинах всегда есть что-то новое, поэтому я пошла по магазинам, вернее не по магазинам, а больше я хочу зайти в косметологический магазин со всякими кремчиками и шампуньками, я там могу застрять, ну просто на час точно. Зашла в латышский Ватсенс. Здесь такие маленькие, миленькие шампунчики. Ну, просто минус их в том, ну, это с собой дорогу брать, но минус их в том, что такая маленькая бутылочка стоит так же, как большая. Да. Но вообще это прикольно, это реально удобно. Нам, кстати, сейчас нужно с Димой такое, что-то очень маленькое, потому что у нас только ручная кладь на поездку в Стокгольм. И нам нужно что-то маленькое. Вариант покупки просто пустой бутылочки. Ну просто, опять же, цена ее евро. Почему? Почему? Ну, в общем-то, я понимаю, почему. Потому что производство этой бутылочки это 80% стоимости геля. Смотрите, а большой гель, например, стоит евро 99. Ну ладно, это еще и дорогой нашло. Да. Вот, например. Приехали в супермаркет Максимус. Ой, Максима. Мы постоянно забываем, то максимум, то максимус. В
общем, все только не Максима. Мы в Максима. Все. Да. Я себе пришла со своей прогулки, легла поспать. И тут они меня подорвали, говорят, быстро, быстро, в Максимум, в Максимум. И то неправильно сказали. Максима. Еще вам покажу секретик. Я в домашней кофте. Смотрите, что мы нашли в супермаркете. Я не знал, например, что есть конфеты с водкой. Я знал, что есть с коньяком, вот, но с водкой я не ожидал. Вот это да. Они, конечно, должны быть вкусные. Угу. Смотрите, сколько мы всего набрали. Кстати, вот это наш с Димой пакет. А вот это вот здесь вот это Стаса. Стас берет только нормальные продукты, а у нас вон уже там торчат сосиски, шоколадки. Да. Дима, на здоровом питании? Я вообще ничего плохого не взял. Это все шоколадки, это все Катины. Я взяла себе... Я плохое не взяла, я немножко шоколада взяла. Зато я не брала сосисок. Это квас, чтобы не подумали. А я взяла себе яблок, это я взяла. А мы бананов не взяли. Забыли бананов. Зато мы взяли, смотрите, у нас очень здоровое питание здесь есть. Вот такие хлебцы. А, кстати, я объясню, вот эти вот шоколадки я себе взяла, потому что я понимаю, что я не могу не есть сладкое. И решила, что купить в супермаркете оптом будет дешевле, чем покупать постоянно в кафешке за дороже. Я взяла пак из 4, он получается там на 30% дешевле, если, чем по отдельности брать. А если сравнивать с ценой в кафе, то получается вообще, наверное, на процентов 70 дешевле. То пошло мое добро. Это был тунец. Авокадо. Сосиски. Мои кранчи. Это кукуруза. Грейпфрут. Филадельфия. Сыр. Тон помидор. Так, рубрика рецепты от Кати. Я сейчас буду готовить курицу с грибным соусом. В общем, Катька приготовила такую вкуснятину и запретила мне ее есть. Это на завтра. Потому что это на завтра. На завтра. Да. Поэтому я буду ложиться спать, чтобы поскорее настало завтра, и я смог съесть это мяско. Да ладно, сделай с меня тирана. Иди ешь. Иди. Нет. Завтра уже голодный сидеть. Не буду. Завтра. Кстати, мы завтра идем на курсы немецкого. Мы забыли вам сказать. Я. Мы нашли репетитора по немецкому. Мы втроем будем заниматься. Стас, я и Димка. Вот, будем начинать учить немецкий, готовиться к Берлину. Да, в общем, у нас завтра будет интересный, насыщенный и, наверное, тяжелый день. Вот, да. Поэтому мы идем спать. Всем пока. Всем спасибо пока за просмотр. Бай-бай.